Всем привет! Сегодня готовлю праздничную закуску розочки, которая будет великолепно смотреться на вашем новогоднем столе, а готовится совсем легко и не потребует много времени. Вырезаем из хлеба кружочки. Если нет специального кольца, можно использовать обыкновенный стакан. Слегка обжариваем на сковороде. Намазываем сливочным сыром по бокам и сверху. Обсыпаем в измельченном укропе. Кусочек огурца трем на терке для корейской моркови. Выкладываем полученную соломку на бутерброды. Из любой красной рыбы делаем розочку. Выкладываем наши цветы в гнезда из огурца. Наши чудесные бутерброды готовы, можно подавать к праздничному столу. Кому понравилась идея, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем желаю удачи и с наступающим Новым годом! Пока-пока!